там фотографируйте, девчата. А куда теперь эта лента? Че? А куда теперь эта лента? А теперь лента, это надо, снег с крыши будет падать, вот надо закрывать проход. Главный принцип в освещении эстафеты – это как эстафету покажут, так ее и запомнят. К сожалению, правительство и силовые структуры Саратовской области выработали другую политику. Сейчас зайду. Я слышу. У меня есть аккредитация, я могу. Какая разница? Зайдите немедленно туда. Мешайте его снимать. Сейчас зайду. Сюда, пройдите, пожалуйста. Мужчина, отходим, осторожно. Ну я снимаю, подождите. Я понимаю, что снимаете. Осторожно, немножко отойдите, осторожно, сейчас тут. Можно просить вас подвинуться? Мне? Подвинуться. Коллеги, не стойте здесь, не стойте здесь, пожалуйста, не стойте сбоку. С какого боку? Вот сбоку. Но я тут стою. Let's go! Ура, Саратов! Ребята, левее все. Да, как только пробегает огонь, сразу мне звонит. Какая школа подошла? 102-я подошла. Нет, 102-я туда дальше идите. Вот за последний. Все. Естапич! Назад, отойди. Аренда, совсем тихо, не слышно. Автомобиля сохранять это расстояние. Ну да. Господи. Пойдем сейчас приду. Они вот здесь побегут, ты что там встанешь? Вот здесь они вот побегут. Ты готов? Вот снимай там, вот на том углу. Сейчас еще.
О-о! Кажется, одни и те же, потому что он просто бегут! Бежит, смотри, бегут! Бежит уже, бежит! Вот. Граждане, садочек назад сделайте, пожалуйста. На бордюр все зайдем. Ура! 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 Такой толстенький. Бежим, как можно, как умеем. Амир, давай. Ну все. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы дела? Ну, ты сам знаешь как. Лучше всех. На какую букву? Ой, вы хотите нас? Спасибо. А я ничего выгляжу так это? Отлично. Это мои дети все были. Это Валентина Александровна наша, учительница. А я бывшая библиотекарь. Выгнали меня за любовь к детям. Так что, окей. Без детей вообще жить не могу. Ну, больше директор что-то меняет самое. Посчитал, что я старый, что ли. Но я еще очень молодая. Истинная правда. Спасибо, моя лапочка. Еще вот этот номер, там две песенки, и все, и мы, я не отпускаю. Ну, хочешь одну сделать песню? Нам 45 минут, 45 минут, у нас все равно до 45 минут. А сейчас своей песней вас согреет ансамбль песни «Заплавушка». Ведущий, а где он? Где он? Здрасте. Его сейчас согреют, Алик, точно. Да. Вот, все. Что случилось-то? Что случилось-то? Кто замерзнет? Эти артисты. Откуда они же? Из Пугачева. Из Пугачева. Да. И сейчас настало время отправить эстафету дальше в путь. Ваши аплодисменты! Давайте пожелаем нашим спортсменам всем только победы и только удачи! И что же? Автобус там есть, видите, ветер. Ну я снимаю. Пожалуйста, уйдите с проезжей части. Вот надо, ту сторону. Дайте сухо, идем пока. Нельзя, нельзя, нельзя. Сходи ближе. Да, он, а нет, сначала меня не узнали, где там кто? Я говорю, группа Иванушки. Я говорю, ну ладно, ваши шапочки, говорит, не узнать. Ну, узнали. Ну-ка, сейчас громко, чтобы точно узнали. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие ужасные. И помню, что первый поцелуй. Ну там... Олимпийского огня Сочи 2014 благодарить власти Саратовской области за проведенную оперативную работу. Еще раз. Пойду. Москвичи. И глава администрации.
Как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь.